Вот так нежданно-негаданно Ольга Титовская получила свою минуту славы и почувствовала себя звездой. Задушевная песня о женском счастье не оставила никого равнодушным. И даже конкурентки одаривали щедрыми аплодисментами. Удивительное ощущение. Я сегодня радуюсь. Дело в том, что я слышала не раз эту песню по телевизору. У меня такое желание спеть. Но еще было желание попасть вот именно сюда. Вот это кафе «Ретро-шлягер». И, знаете, я хочу сказать, мечты сбываются. Мечта сбылась сегодня не только у Ольги. В первом казахстанском конкурсе караоке участвуют 22 вокалистки. Обычно Международный женский день в ассоциации «Ширак» проходит в формате застолья с чаем и пирогами. Но в этот раз решили нарушить традиции. Идея провести праздник креативно пришла неожиданно. Для того, чтобы спеть, наверное, нужно только хорошее настроение, душа, желание. И сегодня, вот до обеда, наши девушки уже распевали здесь. Я когда пришла, здесь шла репетиция, микрофон. И список песен просто летал между нашими девушками, потому что всем не терпелось себя потренировать. Творческое начинание поддержали не только бизнес-структуры, но и неравнодушные звезды отечественной эстрады. Они же и оценивали уровень солисток. На самом деле было очень сложно выбирать, потому что все наши женщины, они прекрасны. И в творческом отношении, и вообще в целом. И очень сложно нам было выбирать победительницу. Все-таки я, наверное, скажу, что в нашем деле победила дружба. А поздравлять и дарить подарки мы будем всем. Ассоциация «Ширак» надеется, что их творческую инициативу подхватят и в других регионах. И пусть конкурс караоке – это не музыкальный олимп, главное другое, чтобы песня всегда была в душе. А там и до мечты недалеко. Ведь не каждому в жизни выпадает шанс вживую спеть дуэтом со звездами. Жазира Сайдахмедова, Асет Кундакпаев, телеканал «Алматы».